Добрый день! Сегодня мы хотим продемонстрировать вам пневматический пистолет от компании UMREX. Модель называется Beretta, модель 92А1. Упакован сам пистолет вот в такую картонную коробку. Давайте посмотрим на само изделие. Значит, также в комплекте идет паспорт, шестигранный ключ для пробивки баллонов и шарики. Значит, данная модель, еще раз повторюсь, выполнена в стиле Беретты, модели 92. Корпус идет металл, рукоятка пластик. Значит, для того, чтобы достать магазин, мы нажимаем фиксатор магазина, и магазин достается. Значит, обойма идет совместная, баллончик, шарики. Значит, вместимость шариков составляет 18 штук. Баллон опять же пробивается шестигранником. Предохранитель, как на левой стороне, так и для правой, на правой стороне. Значит, в данном пистолете присутствует система blowback, это когда затвор при каждом выстреле движется. Значит, начальная скорость его составляет 90 метров на секунду. Вес 1 килограмм 61 грамм. Снизу на раме присутствует планка вивер для установки тактического фонаря или же ЛЦУ. Прицельные приспособления нерегулируемые, имеют белые точки для упрощения в прицеливании. Купить такое изделие вы можете у нас в интернет-магазине finengun.com.ua. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.